Дорогие коллеги, конечно, осталось уже немножко нас, людей здесь, которые выдержали, но всех нас объединяет одно – помогать детям, помогать родителям в решении их проблем. И как-то сегодня такой красной ниточкой прошел у нас через наше все заседание вопросы сколиоза. И я благодарю организаторов конгресса, которые все-таки, умудрились, может быть, это такая какая-то игривая будет, так выражение, сумели объединить многопрофильные интересы на такой, нацеленные на обмен опытом. Знаете, как проходят вот большие конгрессы? Вот как выходит на трибуну, как попка отбарабанил свое, сразу на выход там и на кофе. Здесь мы сидели, слушали друг друга. С удовольствием хочу сказать, что несмотря на то, что, похвалюсь, Огонек является определенным лидером Российской Федерации в консервативном лечении сколиоза, мы же не чужды хирургии. Мы хотим лишить удовольствия хирургам иметь осложнения. Мы хотим, чтобы меньше детей попали на операционный стол. При всех самых блестящих результатах, которые мы здесь видим у хирургов, мы видим исправленную рентгенограмму. Но мы не видим исправленный образ жизни. Вот сейчас Ярославль, мы теперь научились у него оказывать семейные вопросы, можно решать, оперируя сколиозы. Так вот немножко разрядить обстановку. Там уже сменить на сколиоз, операция, и мужа не будет, или наоборот, будет другой хороший. Нет, тем не менее, это так шутка, это без всякого, никого, ничего личностного. Такой иронии. Мы слышим друг друга. Вы знаете, я рад за Воронеж. На государственном уровне, на региональном уровне присутствует чиновник. Вы видели где-нибудь, чтобы чиновник, Маргарита Михайловна, нет, но за глаза и в глаза скажу то же самое, чтобы отсидел всю первую половину дня на заседании? Я не видел. 15 минут приветственное слово, через 10 минут государевы дела ждут, и мы убегаем. Мы сегодня с ней имели дискуссию уже даже в послеобеденный период. Вы нацелены, воронежцы, нацелены на серьезную программу. Программу лечения, профилактики лечения самой частой ортопедической патологии. Даже сказать, что это патологии, совсем нельзя. То ли состояние, то ли заболевание. Мы сделали только первые шаги в понимании этого процесса. Понимание патогенеза. Без знания патогенеза мы ничего не получим. Без знания самого процесса развития ничего не получим. Но зато я радуюсь, как сегодня в Воронежце, 100 лет назад, не сейчас, 100 лет назад, в энциклопедии Эдинбурга, издании 1907-1912 годов, приводится шляпная машина, которая делалась с помощью шляпной машины, я сейчас вот своему коллеге говорю, шляпная машина, которая обрисовывает тело дамы там, или больного пациента со сколиозом, чтобы потом по этому проекции сделали. Шляпы не бывают индивидуальные. Вот приспособлен сегодня компьютерной технологии. Я радуюсь этому. Да, сегодня 50-100 тысяч, там, 2000 евриков. Да, во вкус войдете, у вас будет аппарат здесь стоять, такой свой. Но эффект-то какой будет? И будет и Александр Алексеевич с ними работать. Эффект-то будет один. Дети из Воронежа не поют в Санкт-Петербург лечиться, потому что вы здесь все это справитесь. И наладится и профилактическая работа, и наладится и ранняя профилактика прогрессирования. И тогда снова вернемся к тому, к чему мы служим. Поэтому я радуюсь за ваш конгресс, за вашу конференцию. Благодарю, что я сюда приехал. Желаю вам удачи всем. Я сегодня познакомился с огромным количеством людей. И я увидел, что наши вертебрологи консервативно-оперативно на правильном пути. Спасибо вам.